А дядя Витя вонь хвостом. Зима наступила, везем дрова. Кстати, если конь пернет сейчас, всем будет звуковальная пауза. Слушай, шутка. Мы везем дрова домой, поворачиваем направо, туда. Вить, я? Молодой человек, вы кофе пьете? Нет. А что? Ничего не пьем. Вино, коньяк, виски. 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 А конь твой хлеб любит? Любит. Хорошо, но хлеба у меня нету. А компьютер надо? Не надо. Договоримся. Конец связи.